Встреча учеников 7 класса с ветераном-атомщиком Михаилом Ивановичем Михеевым прошла в рамках реализации в Десногорске проекта «Слава Созидателям». Михаил Иванович много лет отдал работе в атомной промышленности. Он отмечен руководством энергетического дивизиона страны большим количеством наград. Много лет проработал ведущим инструктором на Смоленской АЭС и выучил не одно поколение атомщиков. На встрече ветеран рассказал школьникам об истории атомной промышленности, о работе на таких огромных и стратегически важных предприятиях, как атомная электростанция. Ребята слушали ветерана с интересом и получили много полезной и важной информации, которая пригодится им в будущем. Я узнала, как строилась наша атомная станция. Я очень благодарна нашему гостю за этот интересный рассказ. Надо продолжать историю наших предков, всех, кто был до нас, и быть активными в жизни нашей Родины, Земли, страны. И хоть Михаил Иванович находится сейчас на заслуженном отдыхе, он полон сил и энергии и всегда с радостью готов делиться своим богатым опытом. Есть много различных специальностей. Вы выберете на атомной станции любую работу, которая вам по душе. И всегда стремитесь делать то, что вам по душе. Свобода человека не в том, чтобы делать то, что я хочу. Свобода человека в том, чтобы не делать то, что вы не хотите. Встречи с такими людьми, как Михаил Иванович Михеев, помогут подросткам правильно расставить приоритеты и выбрать верный жизненный путь.